остался без света. Трое суток. Поселок на данный момент не обеспечен, пока не обеспечен газовым снабжением и водоснабжением. В связи с этим, что люди живут в домах только с электричеством, либо происходит водоснабжение с помощью только электричества. В данный момент трое суток уже нет света. Административные органы принимают, но незначительные усилия для того, чтобы обеспечить жителей поселка электроэнергией. Поэтому в связи с этим нам ничего не остается, как обращаться к вам. Из-за того, что у многих, очень много здесь живет детей с детьми. Если кому-то в городе можно, кому-то там, друзьям, знакомым, у квартиры есть, то у многих людей нет такой возможности. Снимать гостиницу тоже, извините, мне это накладно. Поэтому мы просим, чтобы хотя бы сделали нормальные трансформаторы, потому что один, если это на самом деле будет трансформатор, это никакой роли для этого поселка не сыграет. Водоснабжение в данный момент домов идет с помощью электричества. И водоснабжение, и отопление. Больше у нас просто выхода нет.